Трейлер открывает вид на чудный Хогвартс Экспресс. А нет, это другая игра. Серьезно? Может, это надо заблюрить? Ха-ха, да, вот так мне больше нравится. Блин, кто в поезд кальян принес? Тут мы видим серьезного человека, который использует местоимение «он, она, они». Приближившись ближе, нам раскрывает его личность — Григорий Лепс. Рюмка водки на столе! Повесточка и тут. Белый цисгендерный спермобак не может работать на одном месте вместе с... Ну, вы поняли. Филипп Бедросович, добрый день. Нацепил очки, а пистолет схватил, когда начальника увидел. Хотя это может быть момент запугивания. Блин, валим, пацаны, валим отсюда! Мы забрали все оружие и патроны с других карт, поэтому сейчас там охотники бьются лопатами. Веди меня к наградам! Да-да, я могу взять тебя и на столе, и на тех двух работниках, где прикажешь. А тут Винфилд на лонг-патроне анонсировали. Ой, ага, это он.